Всем добро пожаловать на мой развлекательный канал Top Movie PK Games. С вами King Game Fox, и мы начинаем прохождение новой игры Assassin's Creed Black Flag. Черный флаг. Так. Начнем. Настройки я настроил. Сделал на максимальный. Всем приятного просмотра. Держись! Мыс Бонависта. Так, наша Кайновая небольшие неприятности. Видите его? Все к пушкам! Ассасин. Так, ну-ка, дорогу. Так. Так, стрельба из пушек. Ну, давайте постреляем. Давненько я уже не стрелял. Будем вспоминать. Хорошо, водичка. Готовы стрелять, сэр. Мимо. Стоим, найдет. Все паруса. Так. А, блин. И на, держи тебя. Что, хорошо, водичка? Отдать все, вперед! Ха-ха-ха. Прямое попадание. Королевский флаг! По этим крысам! Получи. Уже скоро, сэр! Ух, сколько дыма. Порох! Сейчас рванем! Тушите огонь! Давай сюда, пёс! Это опасно? Эдвард? Каперство — это опасно? За опасность нам и платят. А почему не Королевский флот? Там жалования и люди знатные. К черту все это знать. Убиваться за гроши, чтобы капитан наживался. Так не заработаешь. Опять ты о деньгах. Пойми же, Кэролайн. Я хочу достойной жизни. Хочу жить в достойном доме. Есть хорошую пищу. И сколько же тебя не будет дома? Год, может. Или два. Хорошо. Не больше двух. Обещай. Окей, поплыли. Разруха. Да. Непонятно, кто на кого напал-то.
Welcome to paradise. Тоже понравилось? Гавана. Мне нужно в Гавану. Надо лишь построить новый корабль. Я заплачу. Ведь пираты любят звон монет. Я дам тебе 100 из кода. Так-так? Тогда или нет? А деньги потом, да? Пираты, черт бы вас побрал! Далеко собрались-то? О, да. Классная игра. Давненько я в нее не играл. Эй, приятель, не будем ссориться. Так, надо вспоминать управление. Ну-ка, как залезть? Оп. Так. Надо бы осмотреться. Отсюда до Гаваны 100 лиг, не меньше. Вы что, пешком пойдете? Может быть и пешком. Так. Давайте заберемся наверх. Надо осветить. Давай. Как все красочно, красиво. Красота. Ну что ж, наша первая синхронизация. Так, и что? Угу, анимус. Полетели. Болван. Куда он бежит-то? Подальше от тебя. Так, ну-ка. Можем взять? Оп. О, да. Есть. Так, тут где-то сундук. А это что тут? Снять шкуру. И кто тут у нас? Кабан. Он что, кабана прирезал? Хм. Так. Вместе нам было бы легче. Ага. Так, тут еще один, похоже, сундук, да? Ага. Так, и че, куда нам? Нам надо, походу, сюда. А, нет, надо вначале синхронизацию сделать.
Так, ладно. Блин, не то нажал. Я нажал Е, а не надо было. Оп. Хорошо. Освежились. А, ты что творишь? А, легче. А, стой, друг. Ты куда намылился? Чёрт, да подожди ты. Чёрт. Да. Ладно, бегом за ним. Стой, сволочь. Ну давай, Эдвард. Оба. Оба. Молодец, Эдвард. Как настоящий ассасин. Хотя он пират. Опа! Слабак. Сеньор Дункан Уолпл, я принимаю ваши щедрые предложения и с нетерпением жду у себя. Если вы располагаете нужной нам информацией, мы щедро вас вознаградим. Конечно, я не знаю вашего лица, но полагаю, смогу узнать по костюму, которым славится ваш орден. Итак, поспешите в Гавану. И поверьте, мы примем вас как брата. Сумас умильде сервидор, эль губернадор Лауриано Торрес и Аяла. Что ж, Уолпл, пора за наградой. Так, ну что ж, приключение продолжается. Оба-на. Какие-то эта шхуна здесь очень кстати. Ага. Шхуна. Да, блин. Не привык еще к этому управлению. Надо привыкать. Я зачем-то Е нажимаю. Командор направился в Кейсон. Изымем этот корабль и последуем за ним. Простите, Кингстон? Нет-нет, наш путь лежит в Гавану. Я лишь купец. Молчать, проклятый пират! Тебя вздернут за твои грехи! Сэр! Но я же ни в чем не виновен. Мы встали на якорь, чтобы пополнить запасы провизии. Стоять! Так. Ладно, все понятно. Держи их! Дай мне хоть одну причину не убивать тебя!
Возьмите мой сахар, забирайте все. Я заплачу. Скажите, сколько? Так, черепахи тут ползают еще. Тихо, спокойно. О боже, о боже! Возьмите мой сахар, забирайте все. Я заплачу. Скажите, сколько? Ну давайте, красавчики, по одному. О боже, о боже! Красота. Возьмите мой сахар, забирайте все. Ты следующий. Я заплачу. Скажите, сколько? Так, обыскать. Так. О, боже. Я вижу карту сокровищ на мини-карте. Ну давай, иди сюда. Проверь. Возьмите мой сахар, забирайте все. Сволочь. Я заплачу. Скажите, сколько? Ладно, ой. Ну чё? Погнали в атаку. Вот они не подходят ни хера. Пошел, блядь, собака. На. О, слава богу. Спаситель, премного благодарен. Он ваш? Да, он мой. Но, увы, вот его капитан. Я же в мореходстве профан. Я вполне могу повести его сам. Вы же не скроетесь моим кораблем? Дункан, ваше имя, друг? Стид Боннет. Господин Боннет, строго между нами. Я выполняю тайные поручения Его Величества, и мне срочно нужно в Гавану. Какое счастье! И мой путь в Гавану. Отправимся вместе. Союзники, стало быть? Слава богу, сэр. Поначалу я принял вас за пирата. Правда? Да. У вас особая манера держаться. Сразу видно, вы не шутите. Я струсил. Но сегодня и день... Богат на разные события, согласитесь. Так, ну что, дружище? Шлюпки нет. Опасаюсь, кораблю нам придется плыть. Могло бы быть и хуже. Так, давайте возьмем карту сокровищ. Окей. Первая карта. Угу. Так, похоже, она прямо на этом острове, но... О, нелегко. Надо было снять камзол. Ха. Ну, это мне придется, наверное, возвращаться, скорее всего. А мне сейчас неохота. Вернемся как-нибудь в следующий раз. Ага.
Ну, поехали. Отдать гроты! Приветствую на борту, Дункер. Шхуна скромная, но больше у меня и не нужно. Возить товар с плантации. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. Еще парусов! Чувствую ветер в волосах. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана. Крепкий аромат возможностей. Правильный настрой, дружище. Мы несемся быстрее самого ветра. Матросы весьма обеспокоены тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Возможно. Но в основном пираты у наветренного пролива между Кубой и Испаньолой. Понятно, да. Там оживленный путь. По правде говоря, что нам опасаться пиратов? Корабль невелик, на борту ничего ценного. Сахарный тростник, паток, ром, подобные товары. Какой пират в своем уме откажется от бочонка рома? Что ж, да, тут мы правы. Интересные окрестности. Спустить все, кроме грота! Так, что-то я засмотрелся. Вот так вот. Наполни каждый дюйм! Воу. Горбатый кит. Вы прирожденный моряк. Я успел немало постоять у руля. 2 года был матросом на капере. Черт побери. Вот жизнь достойная мужчины. Столько приключений! Изумительно! Да, странного я видел немало. Прекрасно. Многообещающе. И что? Мы сейчас начнемся в Абстерго. Так, спокойнее. Ну вот, с возвращением. Ну, показатели в норме. Убедимся, что с тобой все нормально. Покрути головой и посмотри на лампы. Сюда. Вверх. Вот так. Вниз. Пока все хорошо. Вставай. Встаю. Ну, ты в проекте образец 17. Для начала тебе понадобится вот это. Ну вот. Тест, 1, 2, 3, привет, бонжур. Все бон? Работает? Ну что, прогуляемся? Выходит, исследование памяти тебе не в новинку. Так, что ну мало. Что ж, мы в Абстерго. У тебя талант. Потоки данных стабильные. Тут, как я помню, будут небольшие головоломки. Солидно, да? Этому зданию всего 1.5 года. Но Абстерго Entertainment работает уже несколько лет. С 2010-го. Где-то в предках должен быть японец. Знаешь про Liberation? Наш первый проект с технологией Animus. Ну это да, было только начало. Что-то слышал. Очень скоро мы начнем распространять коммерческие серверы Animus по всему миру. Только пассивный режим, конечно. Адаптация истории. Самое интересное. И есть идеальная тема для первого полноценного проекта.
Карибские пираты. Работа для тебя. Надо подождать. Спасибо, Нэнси. Бонжур, не? Ага. C'est bon, t'étais prêt. Magnifique, merci. Это тебе. Главный инструмент в нашем деле. Коммуникатор. Давай, включай. Он классный. Ну и чё в нём классного? Кажется, что у нас тут не очень строго с безопасностью. Просто коммуникатор — это универсальный ключ. Неплохо тут у вас. Видишь мигающий сигнал? Да, вижу, вижу. Есть контакт с лифтом. Только после вас. Нам в студию проекта образец 17. Второй этаж. Так, второй этаж. Ну что? Вперед! Вперед! После вас. О, это наш босс Оливье Гарно. Я вас познакомлю. Бонжур. Салют, Леони. Ça va bien? Спасибо. Это наш новый сотрудник, первый день. Здорово. Бонжур. Какой проект? Образец 17. Род Кенуэ. Хейтен. Коннор. Эдвард. Пират. Эй! Йо-хо-хо! Не придуривайся. Очень интересно. Добро пожаловать. Мелани, можно поговорить у тебя? Да, только устрою человека. Минут 5. C'est bon. Рад знакомству. Итак, этаж проекта образец 17. Исследуем память одного очень ценного донора. Дезмонда Майлза. Берем самое интересное из его ДНК. И я очень надеюсь, когда-нибудь все это выльется в невероятную историю. По-любому. Этот недотепа Джон, наш чудо-айтишник, чинит кое-что для тебя. Я не чиню, я отладчик. Отладчик, да. А вот и он, твой персональный рабочий анимус. Прошу, мое рабочее местечко. И найди что-нибудь интересное. Я постараюсь. Если нужны подсказки, в анимус загружены обучающие программы. Разберешься. А я зайду позже на абордаж. Ладно, до встречи. Так, и что тут у нас интересненького? Какой-то особнячок. О, Эдвард. Так, ну что, погнали, что ли? Добро пожаловать в Анимус Омега. Инструмент Абстерго Интертеймент для исследований памяти предков. Если возникнут вопросы по работе в консоли Анимуса, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашего проекта, Мелани Лемей. Вы стали участником проекта «Образец 17». Ваш объект – Эдвард Джеймс Кенуэй. Дата рождения – 10 марта 1693 года. Суонси, Уэльс. Отладка окончена. Показатели в норме. Системы работают. Экстра-нейротрансмиттеры включены. Ну что ж, вот и Гаванна. Assassin's Creed 4. Черный флаг. Волшебная Гавана. Я тут уже бывал. Неизгладимые впечатления. Июль 715-го. Нет, нет, хочу казаться дружелюбным. Не дай бог снова примут за пирата. Верно.
Преступникам вроде вас нужно быть начеку. Совсем недавно Англия с Испанией вели войну. А теперь я торгуюсь с испанцами, как с братьями. Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. А где тут лучшие койки? Я бы сейчас вздремнул. Скажем, пару часов. Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же! Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Столь внушительный человек рядом был бы большим подспорьем. На случай недопониманий. Ладно, подожду. Выпью чего-нибудь. Отлично, выпейте. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько ж надо было награбить, чтобы угодить сюда? Ола, леди! Вы близко знаете этих дам? Нет. За близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет, что вы, право. Я ведь женат. Потому и предлагаю. Вот, здесь можно приобрести личное оружие. Мне тоже нужен клинок, Дункан, такой, как ваш. Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продает. Может, и мне купить клинок? Будем воевать вместе? О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. Так, ну что, купим немножко оружия, так. Я могу взять вот этот анимус. Блять. Ну ладно. Спускаемся, значит. Сейчас это делать не обязательно. Так, клинки. Ну что, один единственный. Берем. Пока у нас доступен только этот. Английский палаш. Это не в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький ножичек. Но и он сгодится. О, черт возьми. Похоже, мы заблудились, Дункан. Ничего, что-нибудь придумаем. А что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором. Хорошо, сейчас осмотримся. Надо сделать синхронизацию. Так, залезаем вот сюда. Опа. О, красавчик. Боже мой, какой вы ловкий. Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Да, ты прирожденный ассасин. Так. Опа. Так, анимуса вроде я здесь не вижу. Ладно. Кажется, приметил. Мы близко. Держите! Да что ж такое? Боже, что теперь будет? Не могу дышать. А ну стоять! Я тебе колени переломаю. Стоять! Куда разбежался? Вот тварь. Я рядом, гаденыш. Гаденыш. Ох, хорошо бегаешь. А вот и я! Да, притормози хоть чуть-чуть-то.
ты и в гавани не скроешься! А, чёрт! Стоять, сказал! Сука! О! И что? Сейчас они его завалят. Эй! Вы чё? Я думал, они сейчас его... завалят, твою мать. Стоять, сволочь, собака. Есть. Поймал. На, сука. Не в тот карман ты полез. Расхлебывай последствия. Вот именно. О, черт. Вот это да. Ну давайте подеремся, суки. Так вот, сосунки. Ладно, возвращаемся к нашему другу. С дороги. Классная игра. Мне нравится. Такая красочная графика. Дункан, слава богу, вы живы. Разумеется, это так, отребье. Да уж. А, мы на месте. Не спешите, я буду тут. Приятно встретить валийца в стране Даго. Сам из Англии. Коротаю время до следующей войны. Повезло Георгу. Такой подлец ходит под его флагом. Эй, Паулух. Твое лицо мне знакомо. Ты ж водишь дружбу с пиратами в Насау. Замолчи, не то набью тебе рот свинцом. Эдвард, так ведь? Узнал. Поганец! Я предупреждал. А, сволочи. Ну давайте. Подеремся. Хотите драки? Будет вам драка. На. Давай, следующий. Ну же, сюда. Сейчас проверим вашу силу. Давай. Ух, это что за slow motion? Это у нас обучение. Черт, попал. Fuera de la carretera! ¡Tienes soldado! ¡Corre! Ну, мать вашу. Не бросите меня! Я найду вас! Perro inglés! Так, дымовая бомба? Серьезно? У нас есть дымовая бомба, что ли? О, куда, Эдвард?
Ну ты. Давай вот так вот, да. А, блин. Блять, погоди. Как его применить? Ну, вообще весело. Так, надо бежать, пока мне... Завалили, ублюдки. Но я не понял, как применить дымовую шашку. Так. Ну, F5. И чё? Ага. То есть, какие F5? Просто 5. А-а-а. Короче, я пошел. Что-то их слишком до хера. Оп, давай. Залезай. Опа-на. Вот и все. Черт. Да пошел ты. А, собака. На. О, красавица. Спасибо за помощь. А ты откуда? О, кошечка бегает. Нифига себе. Так. Ха. Блин. Надо было применить дымовую шашку, сука. Так. Кс-кс-кс. Кошечка. Иди сюда. Стой. Черт. Ладно. Так, давайте-ка сходим, возьмем тут сундучок, я вижу, на мини-карте. Так. Он должен быть прямо здесь. Вот он. Так, золотой сундук. Это, наверное, какое-то дополнение, скорее всего. Оба, и чё у нас там в золотом сундучке? Ага. Костяной штурвал какой-то. Хм. Хорошо. Давайте. Вон, до следующей точки давайте сбегаем. Так, денег. Денег у нас сколько? 1100. Ну-ка. Что тут у вас есть? Так, боеприпасы. Дымовые шашки полные. Так, мне надо разобраться, как их применять еще. Ага. Произведение искусства можем покупать. Продажа охотничьих трофеев. У нас косточка и шкура. Ластима. Hasta la próxima. Так, залезаем наверх. Так, а тут мы это сможем сделать хоть? Оп. Давай. Молодец.
Красавчик. О, какая красота. Я в раю. Оп. Это что у нас? Какая-то часовня? Колокольня? Эй, ты что делаешь? Оба. Окей. О, контракт вижу. Так, погнали. У-ху-ху. Так. А это что за сундук? Под охраной. Охраняется. Так, испытание Абстерго пройдено. Так, у нас, по-моему, двойных клинков у нас, к сожалению, нету. Так. Что-то... Por aquí no se puede husmear. Ага. Это у нас... Что у нас на острове есть? Понятно. Пока, если честно, я не могу понять, как воспользоваться дымовой шашкой. Marchate, no hay nada. Какую кнопку нажимать, я не знаю. Странно. Ладно. Собаки. Будем так ебашить. Вот так вот. Ох, как его скрутило, нифига себе. Видали? И такое бывает. Так, я возьму-ка этот сундучок. И что у нас там? Бабло. Так, ладно, идемте на главный сюжет. С дымовой шашкой потом разберемся. Так, что ты делаешь? Отдыхаешь? Простите за скорый уход. Размолвка случилась. И не только у вас. О, господи. Простите, виноват. Не хотел, чтобы испанцы меня увидели. Ну что вы, что вы. К несчастью, солдаты конфисковали мой сахар и вашу сумку. Черт. А куда пошли? Боюсь, я без понятия. Эти господа могут знать, но мой испанский, мой молдат. И лучше не спрашивать. Черт! Ладно, нам надо вернуть мои карты. А сахар? В кальсонах унесем. Поживем, увидим. Так. Ага, орлиное зрение. Так, погоди. В. Все ясно. Вы ведь не против, что я иду с вами? Лишь бы не путались под ногами. Хорошо. Кажется, я понял, в чем дело. Ты куда рванул-то? Назад. Вот. Идиот. Разделимся, чтобы сбить их с толку. Лучшая мысль за сегодня.
Ну ты идиот. Вы опоздали? Да, сэр, да. Прощения просим. Нас задержал капитан. Капилорум миран. Сатурата вентре структус от кардиокус. Лоака. Капитан? Мендоса? Да, и он будет рад встретиться с вами. Только он должен явиться на повешение, сеньор. Правда? Да пошел ты! Че ты меня отпихаешь? Так, бегом, я сейчас упущу их. Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за рабов не расплатился. Да, сэр, капитан будет счастлив вам заплатить. Так, можно обойти этих уродов? Отлично. Сдохни. Альто, киро. Колокол, сеньор. Скоро начнется кайф. Главное не место. Да, вперед. Куда рванули? А куда это они? Далеко собрались-то, идиоты. Уже почти. Чего они бегают, я не понял. Сюда! Заметают следы, что ли? Не получится. Да сука, они. Блять, как больно же. Сука. Все-таки они съебались. Да. Чуть-чуть расслабился и все. Начнется казнь. Сволочи. Главное не мешать. Да, вперед. Меня нету. Давай, шагай. Так. Дополнительное задание. Погоди-ка. Ага. Ха. Серьезно? Танцовщиц нанять? Угу. Уже почти. Так. Пойдемте-ка со мной. Оу! Сработало. Круто. Сейчас они опять убегут. Ну не дай бог убегут. А
это будет не круто. Нифига себе. Меня нету, все. Так, а чё? Танцовщица чё? Пропали танцовщицы? Давай. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. Черт, уреалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си, си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Да, сахар с Барбадоса. Высший сорт. Мы доставили его в зал. А вот и наши. Его хозяин затеял драку. Куртизанки. Сам сбежал, а сахар бросил. Неплохо. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Нет. Капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой. Вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор. Это Эль Тибурон. Он человек губернатора. Отвлеки. Так, ну что, следим за капитаном. Он, походу, сейчас в эту крепость уйдет. Сюзаночки, пойдемте. Или танцовщицы. Так, украсть ключ. Так, украсть ключ. Но его убивать-то можно же? Или надо именно украсть? Да ёб твою мать. О, нет. Суки. Пошёл ты. Капитан. Давай, подходите, собака. Ну давай. Что на новенького? Вот и все. Да, ваша стража. Так. Немножко давайте обыщем. Так, избегайте стычек. Угу. Так, ну что, дорогие друзья,
Я предлагаю на этом пока закончить. А то если сейчас начну проходить этот сюжет, то наше прохождение затянется. А это нежелательно. Так что давайте на этом закончим. Так, этот сундучок я возьму. Красота. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Обязательно поставьте лайк. Продолжение скоро будет. Всем счастливо. Всем пока.